Всем привет, друзья! С вами как Снорубс, и у меня офигенные новости для всех любителей FNAF, потому что прямо сейчас у меня на экране официальная страница в стиме FNAF Plus. И да, друзья, я не так давно пришел во вселенную FNAF, но уже успел пройти многие части, а также познакомиться с фанатской версией FNAF Plus. Были слухи, что на нее забили, что ее не будут разрабатывать, но буквально недавно она появляется в стиме. Выходит трейлер, а также, ребята, скриншоты из игры. Я просто в шоке. Я узнавал про эту игру. И она должна быть просто шедевральная, ребят. Если вы любите FNAF, если вы ждете FNAF Plus, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, а мы сейчас постараемся разобрать то, что нам показали, что за игру нам выкатили. Ну и, конечно же, посмотрим с вами трейлер. Итак, у нас появляется Фредди из первой части ФНАФа на фоне Бонни. Чика. Выход. У него красные глаза. У Фредди красные глаза. Как будто это эндоскелет какой-то взбешенный. Одержимый эндоскелет. Смотрите, это же эти VHS-кассеты из первых тизеров. Там Бонни был. Это был Фокси? Маска Фредди? Как это офигенно! Так, немного геймплея. Пиццерия из первого FNAF! Фокси. Фокси был за шторкой. Плач ребенка. Мои вы красавчики! Ху-ху-ху! Вы их видели! И логотип FNAF Plus. Логотип FNAF Plus, ребята, это офигенно, это просто божественно. Да, написано, что появился официально в стиме. Типа, добавьте список желаний прямо сейчас. И я это обязательно сделаю, потому что я буду ждать эту игру. Я знаю, что вы будете ждать эту игру. Так, нам что-то еще покажут? Нет, трейлер заканчивается. Я хочу посмотреть на этих красавчиков. Какие они классные, какие они офигенные. Бонни, Фредди, Чика. Кстати, Чика здесь с разорванным лицом. У нее почему-то разные глаза. И мне кажется, ли у нее изменился кексик. Так, давайте мы зайдем на саму страницу игры. Так, даты выпуска у нас нет. Ну, естественно, игра не поддерживает русский язык. Запланирована дата выхода. Написано, что в разработке. Я добавлю позже в желаемое. Так, здесь какая-то гифка. Есть описание. Ну, описание, думаю, вы сами все нажмете. Описание контента для взрослых. Ага. Эта игра имеет яркие вспышки, громкие звуки и, конечно же, джампскейры. Минимальные требования. Так, что здесь у нас есть еще? Разработчик Fistom Click Team. Это издатель. Так, хоррор, выживание, управление ресурсами. Что у нас, кроме трейлера, можно посмотреть вот здесь? Ой-ой-ой-ой, сколько здесь всего? Так. Это же, ребята, это же настоящая комната охраны из первого FNAF-ца, ребят, просто посмотри. Я прямо сейчас хочу нажать на носик Фредди. Прямо сейчас хочу нажать на носик Фредди. Она доработанная, она доработанная. Блин, как здесь все круто, круто. Вентилятор. Главное, что есть вентилятор. Я вас помню. Я когда начал проходить первый FNAF, я помню, как вы меня заскамили на то, что я должен выключить вентилятор, чтобы у меня не сажалась батарейка. Я несколько серий пытался это сделать, представляете? Несколько серий пытался это сделать. Все в паутине. Опять у нас есть рисунки детей. У нас, кстати, кексик. Мистер Кексик. В прикольном костюме. Балунбойчик есть у нас, кстати, фигурка. Что еще можно такого примечательно найти? Вроде бы... Так, у нас есть электричество, использование, usage. А, все, это у нас таблица usage, типа сколько энергии мы сейчас тратим. То есть одно деление на половинку. 12 скриншотов. Это только первый, это только начало. Это только начало, это только первый. Есть Бонни, Фредди, Чика. Давай следующий. Ой, вы мои красавчики. Я прям кайфую. Я бы сейчас вот реально, реально взял бы и отдал бы 1000 рублей, чтобы поиграть в эту игру. Ну или даже больше, я не знаю. Может быть 10 тысяч рублей. Вот просто, хотели бы сейчас уже поиграть. Я прям хочу кайфануть. Да, это будет, я думаю, похоже на первый FNAF. Возможно, с какими-то доработками. Понятно, что модели изменены. Мне кажется, Бонни здесь максимально... Вам видно? Да, за мной видно, там нормально видно. Бонни
очень криповый. Фредди какой-то милый. Чика, понятно, она всегда страшная, всегда... кстати, кексик с черными глазами меня реально сейчас пугает. Так. Бодичка, ты мой хорошенький! Мой ты хороший, так. У нас есть камеры 1А, 1Б, то есть у нас есть зал, это у нас где кушают дети, кушали дети раньше, да. Камера 1Б, Динин Холл, да, это у нас комната для завтрака, я нахожусь возле 9А, 9Б камеры. Всего у нас 10, и некоторые делятся на А, Б, С, да, получается, на А, Б. А, даже С есть, 1С, 1А и 1Б, где, не вижу, ладно, а, все, есть 1Б. Итак, у нас есть скриншот. Ух ты, ё-моё, смотри! Смотри, у нас здесь хелпи даже есть! Я в шоке, я в шоке. Так, заряд батареи, вентилятор, двери закрыты. То есть это как в первом ФНАФе. 2 часа ночи у нас показано. Мама дорогая, я хочу в это поиграть. Это сцена? Да, ребята, он находится на второй камере, час ночи. На сцене стоит у нас Боня. Чика, Чикуля, let's eat, конечно же, и я вижу силуэт Фредди. Фредди не показывает, но он стоит в темноте. Его, о боже, какой он криповый! Подожди, это мы сейчас... Это же, подожди, а что это за панель? Правила офиса, у нас сейчас 3 часа ночи, кстати, смотрите, есть часы с лягушонком. Часы с лягушоночком, ребята, у нас есть, и они тоже показывают... 3 часа и 5 минут. Кстати, реально, у нас, если будет таймер, сколько в минут идет, это будет очень круто. Это будет офигенно круто, можно будет контролировать. И я так думаю, он не доживет, потому что у него 30% батареи. Он где-то ночь не пройдет 100%. Бонни, который заглядывает с красным глазом. Очень криповенько, очень хорошо сделано. Прям, ух, я прям кайфую. Ребятушки, я прям хорош, хорош. Ребята, можно фонарик, кстати, у нас экран с фонариком. Вот, это часть выступления на сцене Бонни со своей, уже не с гитарой, не знаю, с какой-то большой укулеле или что это такое. Фредик наш хороший с микрофончиком, ты красивый. Ну и Чика, конечно, я не знаю, она страшная. Она страшная. Блин, у нее еще криповый этот кексик, это просто жесть. Я не знаю, ну Чика страшная. Если эти аниматроники еще хороши, то есть, хотя нет, они страшные. Если бы я был ребенком, я бы просто обсерился, когда их увидел. А Чики это просто жесть. Кстати, посмотрите, какие соединения у рук. Мне кажется, они изменились немного. Они в какой-то черной оплетке, что ли. Ладно. Следующий скрин. О, боже мой! Чика на камере 9Б. Она получается справа от нас. То есть она уже готова зайти сейчас в дверь. Либо она будет портить камеру. Кстати, мне кажется, портил камеру здесь у нас еще и Бонни. Вот здесь на камеру 1Б. Интересно, если его не прогонять. А и можно ли как-то прогонять? Возможно, как-то он будет портить камеры. Должно же что-то добавить. Кстати, есть еще полоса сверху. Я так понимаю, можно крутить камерой из одной стороны в другую. Есть у нас два плаката. Let's eat и let's rock. Конечно же, все у нас стандартненько. Так, следующий. О, боже мой. Боня! Боня у нас сидит прямо, ребята. Подожди. Прямо в комнате охраны. Либо это... А как это? Либо его прогонять... А как его прогонять-то здесь? Если он зашел уже в комнату... И все, почему только половина? Стоп! Возможно, это часть геймплея, и этот сделан скрин перед тем, как охранника убивает Бонни? Но он хорош, он хорош. Я в шоке, ребят. Либо нужно будет спасаться маской как-то. Я не знаю. Я не знаю. Возможно, будет спасаться как-то... Ой-ой-ой, Фокси, ты мой... С белым глазом, с острыми зубами. Они у него стальные, наполовину золотые. Написано, есть табличка, я вам видно? Да, видно. Там стоит картонка. Картонка Фокси, написано, что не работает. Today's showtime. Типа, сегодня время шоу. Ух, какой Фокси хороший, ребята. Фокси прям красавчик, прям муа, конфеточка, ребята. И я хочу поиграть, я хочу... Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, боже, Бонни, Фредди, Фредди прям, прям вот чувствуете, чувствуете его дыхание сейчас, дыхание в камеру. Кстати, 5 часов утра и написано Tuesday Plus, то есть нам намекают, что будет дополнительная ночь. То есть у нас будет понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и пятница плюс, а? А, пятница плюс, о, пятница плюс, ребята, жесть, жестко, то есть будет не одна ночь, и это последний скриншот, Фредди Фазбер пиццерия, в хорошем качестве, кстати, там я вижу Фредди стоит, вам видно, да,
Она закрыта. Плакаты с Фредди. И, блин, все, я жду. Я жду FNAF Plus, я добавляю его в список желаний. Я обязательно буду снимать его у себя на канале. Если вы этого хотите, обязательно ставьте лайки. Ждем, не дождемся, FNAF Plusик. Все, всем удачи, всех люблю, всем покедова. Вы красавчики. Ждем FNAF топ.